Более 1000 детей в 13 школах округа будут изучать ненецкий язык. Для более качественного обучения выпущены новые учебные и методические пособия. О новых образовательных стандартах в материале Любови Пермяковой. В прошлом учебном году ненецкий язык как предмет изучался факультативно в школах поселка Красное, селах Несиома, а в 10 учебных заведениях как обязательный предмет. В связи с введением нового государственного образовательного стандарта начального общего образования, да, здесь ненецкий язык входит в часть филологии, обязательный как учебный предмет, скажем так, как учебный предмет, и входит в образовательную область филология. Старейшее учебное заведение, в котором с 92-го года преподают ненецкий язык, школа-интернат имени Перерка. Огромный опыт педагогов позволил легко перейти на новые стандарты. Раньше всегда было 5, 6, 7, 8, 9 классы, было по 2 часа. А теперь у нас идут по новым программам, 5, 6 классы идут по 3 часа. У нас сделаны заявки, и, естественно, у нас поступят новые пособия. А так в нашей школе у меня в кабинете полностью есть то, что надо для работы, вот, чтобы на компьютере работать. Интерактивная доска у меня есть. Для работы, можно сказать, все есть. Как говорится, смело у доски постоянно стоять не может. Детям уже надо новые подходы. Чтобы заинтересовать ребят, разрабатываются эффективные методические пособия, приобретаются новейшие технические средства в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Ненецкого округа и нефтяными компаниями. Процесс оснащения языковых кабинетов завершится к концу календарного года. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, телеканал «Север».